Специалисты областного кардиологического диспансера получили современное оборудование. Теперь с помощью аппаратов нового поколения можно быстрее и качественнее обследовать и лечить пациентов. Поступили физиотерапевтические приборы, амплипульсы, электросон, ингаляторы различные. Ну, собственно, увлажнители кислорода для палаты реанимации интенсивной терапии. Это переносные ингаляторы кислородные, тонометры, холодильник фармацевтический. Во время пандемии нагрузка на кардиологическое учреждение выросла в разы. В диспансер продолжают поступать люди с осложнениями после перенесенной инфекции. Сосуды, сердца и нервы ульяновцев оказались под ударом. А физиопроцедуры в большинстве случаев помогают восстановить организм после заболевания. Например, аппарат «Электросон», который изобрели российские ученые, создан для лечения невротических расстройств. Он полезен при головных болях и бессоннице. Аппарат под названием «РГА» может лечить людей и за пределами физкабинета. В нем сочетается три аппарата – это СМТ, ДДТ и поток, гальванический ток. Он очень маленький, компактный, имеет второй класс защиты, не требует заземления. Нам очень удобно ходить с ними по местам к тяжело больным пациентам. Прибыли и новые электрокардиографы. Три стационарных и четыре портативных аппарата. Сейчас их применяют в работе специалисты стационара, поликлиники и отделения реанимации. Вся аппаратура современная, отечественная, российского производства. Удобно в использовании, с автоматическим расчетом ЭКГ, с автоматическим заключением, что ускоряет процесс диагностики. Оборудование приобрели по государственной программе развития здравоохранения Ульяновской области и нацпроекту здравоохранения. Обновленный технопарк обошелся в 1,5 миллиона рублей. На следующие 3 года запланирована покупка велоэргометра и аппарата УЗИ. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.